Перевернутый автомобиль на улице Лежневской в районе Тополя занял одну из полос движения. Образовалась пробка. Авария произошла около 10:30 утра. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2115 и Nissan Тирана. Кроссовер двигался в сторону кинотеатра «Лодзь». Отечественный автомобиль – в сторону центра. От сильного удара иномарка перевернулась, а ВАЗ врезался в столб. Около 10:30 здесь на улице Лежневская зарегистрировано столкновение двух автомобилей. Nissan Тирана ехал навстречу ему, вазовская автомашина 15-й модели. По очень предварительным данным, водитель пятнашки не справился с управлением. В результате произошло касательное столкновение автомашин. Водитель и пассажиры ВАЗа не получили серьезных травм и отказались от госпитализации. А вот находившимся в иномарке повезло меньше. Женщина-пассажир с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. По информации, которую нашему телеканалу подтвердили в Департаменте культуры, пострадавшая – директор областного координационно-методического центра на Карла Маркса. Кроме того, она – один из организаторов международного кинофестиваля «Зеркало». В момент ДТП ее машина направлялась на одно из мероприятий в рамках фестиваля. Вы были вот в этой машине, расскажите, что произошло. Двигался в сторону Лодзя, со встречной полосы вылетела пятнашка и ударила в бок. Перевернулись, все. По неподтвержденной информации, причиной столкновения стала третья машина, которая выезжала с улицы летчика Лазарева на Лежневскую. Подробности ДТП еще предстоит выяснить правоохранителям. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.